Всем привет, мои почти 800 подписчиков, или уже 800, не знаю, сколько у вас на момент записи этого видео, точнее, на момент выкладывания этого видео. А сейчас обеденный перерыв и встретился со своим другом, который строит Старбаксы, кстати. Расскажи, чем ты зарабатываешь на жизнь? Строим Старбаксы. Пойдем по хавай. Пойдем. Куда мы пришли есть? Здоровый американский обед. Да. Органик. Я не очень люблю это местечко. Судя по очереди, его никто не любит. Можешь еще раз зайти? Пожалуйста, присаживайтесь. Запарился свой камер. В общем, я уже месяц езжу на своем разбитом стареньком Форде, потому что моя Вольвочка любимая сломалась, и никто ее не может починить. Я решил все взять в свои руки и починить ее сам. Сейчас я еду в такое место, которое называется Пикинпул, и буду из старых Вольв таких снимать эту запчасть, которая мне нужна. Короче, здесь раньше в Америке были, как и везде, женский туалет и мужской туалет. Во всех фастфудах, Старбаксах и прочих местах они сделали... В публичных местах. Унисекс, да, в публичных местах. Они сделали унисекс туалет. Теперь в любой туалет могут зайти и мужчины, и женщины. Вот так вот. Ну, правда, обычно это как бы туалет, который ты заходишь, закрываешься, но вот Виталик убеждает в том, что есть еще туалеты просто, куда все заходят подряд. Да, все Старбаксы, все новые Старбаксы делаем совместный туалет. Там 4 кабинки, это какое, а вход один. Там руки все вместе моют? Руки все вместе. Аксессуары есть? Писсуары отсутствуют. Писсуары в Новой Америке будут историей. Самое главное делать все. Когда у тебя будет 100 тысяч просмотров? Будет больше. Не верю. Медленно вода камень точит. Медленно. Ты за это время мог бы наточить это, как он по часам просто работать, заработать гораздо больше. Кого-то? Я занимаюсь любимым делом. Да? Ты моим подписчикам нравится, что я делаю. Всем спасибо. И я посмотрю, что больше, лайков или дизлайков. Если больше дизлайков, все, я заканчиваю с этим добром. А если больше лайков, я победил в споре, и Виталик мне... Что ты мне подаришь, Виталик? Сникерс. Щедро. С твоими гонорарами на ютубе тебе только сникерс можно подарить. Все, брат, победа тебе. А Виталика увидите в моих следующих выпусках. И такие, to be continued. Ну, собственно, мы приехали в это место. Напоминаю, я ремонтирую Volvo S60 2002 года. 2.4 объем двигателя. Машина жены. Она сломалась, и уже месяц ее разные люди не могут никак починить. Вот. Я решил эту запчасть купить самостоятельно, которая, собственно, сломана. И в Америке есть такие джанки, это называется джанк-ярд или пик-н-пул, где склад машин. Ты приходишь туда и сам лазишь, ищешь запчасть, которая тебе нужна, сам ее снимаешь. Я забыл взять инструмент. Вот такой наборчик инструментов я купил за, по-моему, $30 в магазине Walmart. Это самый дешевый, но очень практичный набор. Здесь есть практически все, что нужно. И запчасть, которая мне нужна, называется Throttle Model или Throttle Body его еще называют. Hi there. How are you today? I'm looking for European car junk yard. It must be somewhere here. Do you know where is it? It's not here. Not here? No, we do Porsche. No, we're European auto salvage yard, but we only do Porsche. Only Porsche? Yeah, Porsche only. Thank It's 28th and Peralta, which is over yeah. West Oakland, not far I got from it. Here. Okay? Thank you. Uh-huh. Have a good day, sir. Right. Облом. Но это место больше похоже на Пикинпул. Hi there. I'm first time here. So, $2 to walk in. Can you explain me the rules? So you would need to bring your own tools, take out the part yourself. Uh-huh. You do not know if the part is still in the car. I can tell you if you have the car. I'm looking for a Volvo S60. $2 to walk in.
короче, мне дали такую карту. Здесь можно найти свою машину. Еще мне поставили такую печать. Ну, понеслась. Пикинг-пулом облом, потому что здесь есть только одна Volvo, но они уверяют, что эта запчасть якобы подойдет, но в любом случае этой запчасти в этой машине тоже нету, так что облом. Отправляюсь я, еду я вообще во Фримонт теперь, на пикинг-пул во Фримонт. Я сейчас больше денег на бензин потрачу, чем эта запчасть стоит, но а что делать, работают они до 6, сейчас 4 часа, мне ехать туда час. Я поехал. Есть у них одна S60, но она не на запчасти, а целиком на продажу стоит. Жалко. Едем во Фримонт. Попытка номер 3. Этот пикинг-пул находится очень далеко от моего дома, где-то 1.5 часа езды. Раз в 10 больше. И здесь 3 таких машины, Volvo S60. Вообще. О. Мастер позвонит и скажет, какой все-таки подходит, а какой нет. Они уже закрываются. Поэтому я просто в дикой спешке, обрезая провода, снял эту запчасть. Если честно, очень утомительное занятие. Если эта запчасть не работает, я ее могу вернуть в течение 30 дней. Причем вернуть в любой пикинг-пул вот этой фирмы, которая называется пикинг-пул. Да. Что, собственно, я и сделаю, если она не будет работать. Он еще в конце сказал «See you», типа «Увидимся». Я ему говорю «I hope not», надеюсь, нет. На сегодня приключение закончилось, завтра повезу это в шап.